церковь вообще, она была заброшена и разрушена еще в советское время. Ну, как говорят, что на стенах остались и фрески, и росписи. Я думаю, пойдем с главного входа. Но на самом деле со стороны дороги она смотрится вообще потрясающе. Ну да, романтично. Ну и странно то, что нет никакой ограды, да, что любой человек может так прийти, перелезть, потому что, во-первых, это травмоопасно. Ну да. Не знаю, как собираются ее сделать или не делать, в интернете в этом ничего не пишут. Но наследием культурным является. Я думаю, надо покрестить дорогу. Надо. А куда сначала, налево или направо? Направо, да? Пойдем. Крапива. Я в штанах. Молли, иди на ручки. Собака. Меня через штаны прожигает. Меня через носок. Росписи. Ого. Слушай, здесь так круто. Вообще. Реальные иконы. Слушай, здесь так круто. Слушай, какая красота, а? Лень, как красиво, Рома. Да я вижу. Обалдеть вообще. Дом стоит, тоже иконы какие стоят. Вон иконы. А церковь была построена, по-моему, в 1777 году. Мне кажется, даже здесь ладаном пахнет. Какой-то запах, да, такой? Что там? Ну, на самом деле, здесь чувствуется какое-то божественное присутствие. Да? О, боже, птичка. Угу. Ой, здесь икона. Вон икона. Вообще она как-то называется, мало того, что икона Божьей Матери, еще и Николая Чудотворца. Mm-hmm. А ну, вон икона настоящая старая. Висит. Наверное, кто-то недавно повесил. Сильно старая. Прикинь, вот как вот эти кирпичи выкладывали. Как это вообще возможно? Не знаю, но я прям чувствую божественное присутствие какое-то, mm-hmm. прям, знаешь, не знаю, есть здесь что-то, какая-то энергетика, да, мощная, все равно здесь сколько людей было, сколько они молились, да, что тут и делала, а и вот иконы стоят, что-то я их не видела. Слушай, ну она вообще считается действующей церковью. Хорошо, здание есть, иконы стоят, чё бы не подействовать, правильно? Слушай, ну вот тут прям она огромная. Тухвинская икона, представляешь, даже на ней написано, что она... Это ж Тухвинка, да? Странно, что здесь ничего не перекопано. А зачем здесь копать? Ну, обычно всяких водоискателей перекапывают все. Что, поехали? Поехали. Видишь, кто-то хлопотал, вот, золотой бомб затягивал. Угу.
Она красивая очень. Проще рядом построить.